Всем доброго времени суток, и в этом видео я постараюсь дать вам ответ на вопрос, что же лучше, мышка или графический планшет. Приятного просмотра. Довольно стандартный вопрос у новичка ВОС, увидев планшет у другого игрока. А планшет лучше мышки? Смогу ли я играть лучше с планшетом? Стоит ли покупать планшет? И какой же планшет купить? Давайте разберемся. Чем же планшет круче мышки? И чем же он хуже? Во-первых, я бы хотел отметить то, что на планшете ограничена область. То бишь курсор на мониторе телепортируется в ту точку, на которую ты наведешь, когда у мыши нет ограниченной области. Помню те времена, когда я фкшил карту на мышке, и у меня просто мышь с маленького коврика слетала, и я руинил ФК. Грубо говоря, планшет точнее мыши. Во-вторых, хотел бы отметить то, что перо легче мышки. Делать какие-нибудь быстрые движения на пере легче, чем на мышке. Но и у этой легкости есть свой минус. Дело в том, что если у вас затрясется рука или просто дрогнет, то скорее всего вы заруините ФК. В плане стабильности мышка получше будет. В-третьих, если вы водите по области планшета, то стержни и область стираются при вождении по планшету. Поэтому требуются расходники. Они не такие дорогие, так что этот момент можно опустить. Ну и еще хочу сказать, что на планшете игра выглядит совсем по-другому, нежели чем на мышке. Чтобы вам было нагляднее, это практически как если бы вы на компьютере в гонке играли на геймпаде, а не на клавиатуре. Смогу ли я играть лучше с планшетом? Вопрос с несколькими ответами. Если у вас нет хотя бы 3-4 кпп, то в графическом планшете нет смысла. Почему, спросите вы? Исходя из личного опыта, этот... 2,5 года игры на мышке. Могу сказать, что 4 кпп можно взять only маузом. Лично я поставил 270 кпп скор only мышкой, соответственно, в карту и взяв 4 кпп. Это я уже не говорю, если вы играете клавиатура плюс мышь. Тут море игроков разных по стилю игры, от DT плееров, как Flytuna, Азерит, Маус Изи. Agora vai ficar bem doido. До техникал плееров, таких как Fun Orange. И это лишь маленькая часть игроков. Я не затрагиваю уже топ-1000, а там маус-плееров много, поверьте. Грубо говоря, если вы уже проиграли плотно на мышке 1-2 года и не чувствуете никакого результата, то можете раскошелиться на графический планшет, если, разумеется, у вас есть на это деньги. Какой же планшет купить? На данный момент я сам хочу заказать Xpeng G640, потому что его все расхваливают. Да и многие, кто играет на нем, всем довольны. Но если у вас совсем... денег мало, то берите Xpeng G430. Но все же не поскупитесь и возьмите G640. Почему не Wacom? Потому что не вижу смысла переплачивать лишние 2000 рублей, когда на рынке есть такая дешевая альтернатива, как Xpeng G640. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если вам было полезно это видео, то можешь поставить лукас и подписаться на канал. Удачи вам в ваших начинаниях. Сайонара.